привет с фронта. Здравствуй, папа. Прими мой горячий гвардейский фронтовой привет и массу наилучших пожеланий вам в жизни и здоровье. Папа, я по-прежнему нахожусь на фронте. Жизнь протекает по-старому. Здоровье мое хорошее, живу хорошо. Но, ребят, старых друзей со мной нет. С приветом, ваш сын. Письмо от Георгия Лазарева, героя Советского Союза, родителям. 11 июля 1944 год.